Bye.
сила болит часы. Но больше тема вдвоем с тобой. Может, теряюсь, а может, теряю. Что-то случилось, вдруг не так и нет. Я попросила болит часы. Я... Давайте тихонечко кое-что скажем. Ведь пора разогреваться. Я... Нет, подождите. Ну что вы все сразу-то? И не организовано. Чтобы организация была крепкой, чтобы бизнес был успешным, надо пошагово, по чуть-чуть. И я... Есть! Эйджел! Я! Есть! Есть! Эйджел! А теперь все вместе! Я! Есть! Эйджел! Я! Есть! Эйджел! Вот и отправляемся с вами в полет, друзья мои! Поехали! Танцы до упаду, минус 3 килограмма сразу. Выяснились лампы и дым сигарет. Черные стены и мысли секрет. Голое сердце, душа, как окно. Есть одно средство, известно оно. Поет над миром, поет над землею, поет звездным домом, поет над тобою. Цветение мой, расправить горы. Надежду на радость и свет. Дай мне сотни вопросов ответ. Сильно не сжимайте, я ж пою все. Открой мне пути в мир чувств и красок. Меня позови. Поет он миром. Поет I'm Angel. Oh,
чай. Сдавлю кричащее горло. Спасибо. И заношу мысли вуаль и вдаль. Вы такие красивые в 10 утра в пятницу. С ума сойти. Супер! Друзья мои, я здесь! Парят над миром, парят над землею, парят звезды небом, парят я с тобою. Слететь небо с тревой, расправить гордые крылья и быть свободной горой. Друзья мои, вы знаете, что это за песня и о чем она. Особенно знают те, кто приезжал, поддерживал меня во время тура своими аплодисментами. Angel, спасибо, вас было очень много по всей стране. Итак, девочки, начнем. Друзья мои, мы проехали по 16 крупным городам. Плюс Питер и Москва. Сейчас для того, чтобы быть рядом с вами, объявление. В октябре Анита Цой на севере и на Дальнем Востоке. Не забудьте оповестить всех тех, кто знает наш продукт, верит в это. I'm Angel! Кстати, девушки, если вы хотите познакомиться с молодыми парнями, занимающимися Angel, пожалуйста, начните вместе с нами. Поехали еще раз и мощнее, чтобы в этот раз зал начал качать по полной, а Лена вспыхнула и заполыхала новым светом. I call you when I need you, my heart on fire. You come to me wild and wild. When you come to me, give me everything in my need. Give me a rock time. Promises in a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. And it can be wrong. Take my heart and make it strong. Hey! Sail with the bell. Sailing the bus.
Давайте все дружно поздравим нашими аплодисментами нашего генерального директора Володю Асташова и всю его семью. Володя! I'm Angel! А также дружное наше ура! Русское, сильное и крепкое нашим американцам. Ура! Супер! Отлично. Друзья мои, можно задать вам вопрос? А че это вы так вот себя ведете? Там же места специально, соответственно, купленным билетом. А вы вышли. А куда же вы сразу все пошли? Смотрите, какие у нас послушные люди. Вы как японцы. Знаете, так все строим направо, все строим налево. Здесь стоять можно, здесь нельзя. Но вообще я чувствую, что на самом деле мы далеко не японцы. У нас свой дух. У нас огромная душа. Так как мы умеем любить жизнь, так даже американцы не умеют. У них больше рекламы. Извините. Понимаете? Я вам благодарна за то, что вы умеете любить жизнь. За то, что вы не просто пришли сюда зарабатывать, а вы пришли сюда прежде всего, чтобы самосовершенствоваться, чтобы быть еще лучше, стать примером для ваших детей, для ваших близких людей, чтобы быть крепкими и здоровыми. Я просто хочу сказать, что вы в тенденциях. Вы очень модные ребята. А кто-нибудь, друзья мои, знает такую песню в репертуаре Анита Цой «Твоя А»? А вы никогда не задумывались, почему там нет продолжения после буквы «А»? Я же могла спеть «Твоя Анита», правильно? Но я не смогла этого сделать, потому что у меня есть действительно два любимых имени на букву «А». И когда меня спрашивают, а сколько, откуда у вас, Анита, столько энергии? Мне не заплатили за это, друзья мои, я вам сейчас реально говорю. Почему в 41 у вас такие ножки? И у вас такая кожа? Есть, конечно, вопрос генетики, но... Я искренне вам говорю, не даст соврать ни один член моего коллектива, который со мной 24 часа в сутки на гастролях. Я всегда, каждый день ем Angel. Каждый день. Сначала приучала себя, потому что я забывала брать эти пакетики. Потом мне казалось, что что-то уже вот так все. Потому что я же сразу всю линейку ела, мне же хотелось все сразу на себе проверить. А потом я поняла одну вещь, что впереди все время. Торопиться некуда. Надо спокойно есть. Без обжорства. Не обжирайтесь пакетиками, Angel. А, пожалуйста, кушайте их в удовольствие. А я всегда остаюсь вашей навеки. Так же, как и компания Angel. Друзья мои, твоя А. Кстати, если вы хотите сфотографироваться, мы с вами это обязательно сделаем. Только после песни. Договорились? Скажи, куда уносят облака твои цветные сны по краю неба. Останови мой путь, я не боюсь сгореть в твоих руках. Я напишу тебе в двух словах о том, что я огонь, а ты вода на берегу весны. Растаем где-то. Только для тебя мои мысли и песни до конца. Прочитай мои письма вместе. За любовь, за мечту, за надежду, за счастье.
твоя. Всем счастья, всем всего самого прекрасного, всем удачи в бизнесе, всем непростой дороги в бизнесе, чтобы вы поняли, чего стоят наши действительно пакетики Angel. Это чудное открытие, поверьте. А тот, кто вдруг не поверил, вы мало ели. Мало анализировали. Это действительно так. Я вам всем благодарна за то, что вы сегодня, в этот чудный день, съехались со всех концов нашей большой страны. Вы лучшие. I am Angel.